На самом деле это не первый совместный проект фонда Рината Ахметова с Министерством цифровой трансформации. Мы уже снимали для платформы Дия образовательный сериал, который назывался «Карантин. Видеосервисы для учителей». Этот проект оказался очень успешным. Мы решили повторить успех, когда у нас родилась идея совместно с футбольным клубом «Шахтер» записать видеоуроки физкультуры. Мы без вообще всяких колебаний предложили этот проект снова Министерству цифровой трансформации как партнеру. Моментально получили поддержку, потому что сейчас именно вот в таких совместных проектах, в такой кооперации рождаются по-настоящему крутые истории. Мы должны поддерживать физическую форму, также стараться заставлять людей это делать, потому что спорт – это здоровье, укрепление иммунитета, а в нынешней ситуации иммунитет – это самое главное. Будь-коли корисно займатися спортом, це хороший спосіб зробити це і в деякій фановій формі, і подивитися, як це роблять професіонали, тому що і Сергій, і Андрій покраще за нас, я думаю, розуміють і займаються цим вже багато десятків років. Я вирішив долучитись до цього проєкту, тому що показувати, як не треба робити, це в мене в крові. От. Я тут показую, як не треба. Это универсальные упражнения, я думаю, все их, ну, по крайней мере, родители должны их знать, и их можно выполнять с легкостью там и дома, я не знаю, там, если ты на даче живешь. И я думаю, моему сыну было бы интересно, если бы он смотрел футболистов каких-то знаменитых, и они показывали упражнения, я думаю, он бы хотел за ними повторить. Сьогодні в нас надзвичайно важливий і цікавий день, адже сьогодні ми записуємо ще один новий освітній серіал для школярів. І назва його «Digital Физра» за участі зірок спорту. Мы уверены, что совместный проект фонда Рината Ахметова и Министерства цифровой трансформации с футбольным клубом будет иметь успех. Во-первых, потому что он супер актуален. Сейчас есть большая проблема, детвора сидит в четырех стенах, и их нужно чем-то занять. Во-вторых, это снято в формате сериала, то есть это такой очень современный, живой, понятный для детворы формат. И самое главное, мы привлекли к записи этого сериала, этого спортивного сериала, звезд спорта. Это игроки футбольного клуба «Шахтер» Андрей Пятов и Сергей Кривцов. А еще мы в пару к ним позвали ведущих юмористического шоу «Мама хохотала» Олега Маслюка и Женю Яновича. И нам кажется, что вот в таком симбиозе, в легком игровом формате, это будет совершенно уникальная история, которая будет очень популярна именно среди детей.